можно ли вообще мне такое снимать. И сейчас я это сделаю и запишу это на камеру. Так, смотрите, я просто беру, завязываю. А где мой телефон? Тут. Погребла наша лизунечка. Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята! Буквально 5 минут назад я покупалась, и ко мне в голову пришла офигенская идея. Я хочу снять нереальный челлендж 24 часа. В общем, смотрите это видео до конца, будет очень-очень интересно. По крайней мере, я так надеюсь. А перед началом этого видео подпишись на мой канал и нажми на колокольчик, потому что видео у меня выходит каждый день, и я обожаю снимать пранки над родителями и 24 часа челленджем. В общем, я хочу снять 24 часа в океане челлендж. Это будет очень-очень жестко, если мне разрешат родители. В общем, да, мне сейчас надо пойти спросить у родителей, можно ли вообще мне такое снимать. И сейчас я это сделаю и запишу это на камеру. Я хочу снять 24 часа челлендж. Этот челлендж будет в океане. Что это значит? Как это в океане? 24 часа челлендж в океане. Можно ли мне это снять? Расскажи, что ты будешь делать. Как ты себе представляешь 24 часа? Ты плавать ты не сможешь на воде так было пробежаться. Ну, на воде, да, возьму доску для серфинга и на ней буду 24 часа челлендж. Ну, а это серьезно. Как, подожди, целый день на солнце. Ну, что-нибудь придумаю. Можно? Давай, если... Ты уверена в своих силах? Шляпу... Не, подожди. Если... Давай... Первое, что это безопасно. Да. Давай тогда берешь доску. Да. Крем от загара. Да. Шляпу. Хорошо, я какую-нибудь сумочку себе возьму. Вода. Вода. А ты будешь кушать? Да я придумаю как-то. Ты думаешь, что рыбу это добуду. И стеку на солнце. Просто будешь руками ловить рыбу, да? Конечно. Ну, хорошо, давай. Ну давай, договор такой, чтобы безопасно. Уверена в своих силах? Да, можно? Да? Ну давай, ну надо подготовиться. Хорошо, да. Я сейчас буду снимать этот офигенный челлендж. Я возьму себе сумку, соберу все, что мне надо, куда-нибудь ее привяжу. И будет очень круто. Смотрите и не переключайте. Вот этот карманчик. О, шикарно! У меня есть две камеры. И третья у меня. Да, да, на которые можно, да, на которые можно снимать, и это просто шикарно. Давай черную сумку бери, там где маски. Хорошо. Ее можно и завязать. Так, ребят, 500 на 24 часа 12 тысяч. Это знаете, как сколько? Так, давайте я переведу на деньги, на наши. Это 2000 гривен или 4000 рублей? Hello. Честно, это очень дорого, но... Ладно, нормально. Для челленджа можно, зато это будет очень крутой челлендж. Я надеюсь, вы поставите лайк, мне будет очень приятно. Так, смотрите, я просто беру, завязываю. А где мой телефон? Тут. Прекрасно. Смотри, давай сделаем так. Там телефон и камера. Давай. Лиза, у меня же непромокаемый телефон. Ё-моё! Погребла наша лизунечка в морские глубины. Так, все, я возвращаюсь уже на берег. И буду следить за Лизкой, что там ей еще нужно будет. Буду ей подавать. Ребят, бывает ли такое? Я просто плюхнулась. Сейчас покажу, что я хочу сделать. А пока Лиза купается, я хочу взять ей немного фруктов. Возьму бананов, ну и, конечно, ананасик. Еще я взял Лизочке кокос, открытый, я не знаю, как его довезу, но это такая утоляющую жажду жидкость. А еще хочу сейчас взять мороженое Саше, Игорю, ну и Лизке тоже как-нибудь попробую доставить. How much is ice cream? Hello. $100. А зачем ты ананас купил? Лиза, ну, чтобы она кушала его. А как Лиза его кушать будет? Она же его не порежет, ничего с ним не сделает. Точно. А. Ладно, давай оставим его. Давай потом вместе съедим его. Смотри, мороженое, у меня есть пакетик.
чтобы оно не намокло, давай его в пакетик покрутим. Если бананы намокнут, ничего страшного. А вот если намокнет мороженое, то это его уже не поешь. А что делать с кокосом? С ананасом? О, я не знаю, тебе в руках его как-то... Ладно, буду пробовать его вести в руках. Так, давай мне бананы. Смотри, ого, это немного и бананы? Давай чуть часть отложим. Давай 3 штучки оставим. О, какие они классные. Угу. Я пошел. Вот так я выгляжу с кокосом и с бананами. Ну что, вот мое транспортное средство. Теперь мне нужно доставить кокос и пакет с едой для Лизы. Так, надо как-то это аккуратно разместить все. Как только кокос вести, непонятно. Ладно, буду... А, его не покладешь никак. Ладно, буду так плыть. Вон уже Лизка рядом. Кокос, короче, перевернулся. Ну, посмотрим, может, чуть еще осталось там что-то. Лизка, я тебе привез еду. Да, угадай, знаешь, что тебе принес? Ну, во-первых, попробуй кокос. Возможно, тут еще что-то осталось. На. Он чуть-чуть разлился, правда. Есть еще немного? Больше. Есть? Да, там много. Мороженое. Да. Смотри, как его завернули, чтобы оно не намокло. Давай, распаковывай. Распаковка подарка. Да, точно. Мне интересно, какой ты взял, потому что у меня есть... Она не растаяла, она холодная. Это мое любимое мороженое, папа. Я так рада, просто здесь так жарко. Вкусно? Пожалуйста. Знаешь, захотела это, пожалуйста. Захотела то мороженое тебе, а вот тебе мороженое. Ну я сразу понял, когда ты руками помахала, что уже пора время кушать. Я тебе еще бананчики принес. Я еще взял тебе ананас, но я его забыл почистить, чтобы его порезали там. Поэтому на, держи. Держи, держи, держи. Вот так, молодец. Бумажки отдашь мне, хорошо? Мы не должны загрязнять мировой океан. Спасибо огромное за кокосы, за мороженое. Вот, держи. Да, спасибо. Хорошо. Давай. Ребята, я наконец-то добралась. И первое, что я сделала, когда приплыла, я включила телефон. Вот я на доске. Хорошая такая классная доска. Очень удобно, но очень легко перевернуться. Там еще тоже кто-то купается, кто-то плавает. И время пошло, ребят. Я даже не знаю, что сейчас делать. Я как-нибудь хочу установить камеру и просто попрыгать с доски. Это так кайфово, так прикольно. Потому что водичка прохладненькая, а мне сейчас очень жарко. Ребят, я не голодная совершенно, но мне стало очень-очень скучно. Я уже накупалась, наплескалась, напрыгалась. И я вспомнила то, что забыла взять с собой маску. И поэтому я сейчас попрошу, чтобы папа принес мне маску. Будет хоть чем-нибудь заняться еще ближайшие 2 часа. У тебя все в порядке? Да, все в порядке. А что ты хотела? Что ты меня звала? Ты не мог бы, пожалуйста, маску принести? Лиза, ты издеваешься надо мной? Ну тут просто очень скучно. Серьезно. Я уже здесь, понимаешь, 4 часа, и мне нереально скучно. Я уже и попрыгала, и поплавала, и... Не, ну шерстить, я еще не шерстила. Очень хочется с маской поплавать. Я забыла в самом начале ее взять. Молодец. Ладно, сейчас буду. Жди. И, кстати, я здесь уже около 4 часов. Это реально жесть. Здесь так скучно стало. Надеюсь, папа сейчас принесет маску, и я покупаюсь маску. Да, Лизка реально надо мной издевается. Мне пришлось к ней плыть по ее зову, чтобы принести ей просто маску. Ей, видите ли, скучно. Я тебе маску. Маску везу. Маску везу. Привет, привет. Одевай. Ребята,
Ребят, смотрите, насколько далеко я отплыла от берега. Вид очень прикольный, видно каждую кафешку, видно просто нереальное количество людей и вообще просто прикольно. Ребят, я здесь серьезно уже 6 часов и здесь просто нереально скучно. Я здесь с утра, сейчас около 4 вечера, ну как, дня. И я думаю позвать папу, может с ним будет хоть чуть-чуть поприкольнее, повеселее. Я думаю, можем прокатиться на серфах здесь. Было бы прикольно. В общем, сейчас позову папу. Ребят, вон плывет папа, я так рада. Все в порядке, Лиз? Да! Как? Так, мне стало очень-очень скучно, я уже и наплавалась, короче, мне очень скучно. Может, вместе, не знаю, поплаваем, посерфим. Ну, давай. Давай. Так, а куда мне маску положить? Можно? Давай мне маску. Сумка там телепается, да? Сумка в воде телепается. Ладно, пусть телепается. Я маску себе забираю. Все, погребли. Лиз, волна, волна, Лизонь. А ну попробуй поймать ее. Давай, 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 греби. Давай, Лизка, давай. Мы же самые дальние от берега. Серферы даже ближе. Лиза, ты знаешь, что здесь отмель есть? Да. Я поплыл, наверное, уже. Блин. Ладно, давай. Тебе маска нужна еще или нет? Не, можешь забирать. А то она у меня потеряется. Ну все, ладно. Если что, хорошо. Короче, моя да, кухня. Хорошо, да. Долго еще будешь здесь, Лиз? Честно, совершенно не знаю. Но ближайший час-два точно. Ну, короче, если что, зови, хорошо? Да, хорошо. Блин, серьезно? Как-то даже не по себе стало. Вообще никого в округе нет просто. Просто посмотрите. Ребят, я уже 8 часов здесь, просто никого из людей просто здесь нету, несколько людей всего на пляже. Блин. Да не, вроде предупреждения какого-то штормового не говорили, но волны все больше и больше, реально. Сейчас зову папу и маму. Ура, папа. Пап, волны, посмотри, все больше и больше, как будто шторм. Ну да, тут похоже шторм сейчас будет, Лизонь. Давай возвращаться. Да? Да, пошли. Давай, давай. Все, я здесь 8 часов, держи. Ну ты вообще, конечно, даешь. Да уж, долго, Лиза, в воде была. Лиз, как ощущения твои? Наконец-то я прикасаюсь к твердому дну. Ребят, это жесть, я так устала. Давай сядем. Я хочу поспать. Еще у меня очень болят руки, потому что я ими очень много гребла. В общем, такой челлендж вышел. Конечно, он был не 24 часа, но 8 часов, согласитесь, это много. Ребята, я очень устала, но я рада, то, что у меня есть такой опыт. Это было очень жестко, но офигенно. Я сейчас просто, я нереально рада. Я просто, смотрите, я стою на твердой поверхности, да. И за это, за то, что я 8 часов была на воде, мне полагается 3 литра фанты, 4 мороженых. И круто, и классно отоспаться, потому что я очень устала. Я надеюсь, вы меня поддержите лайком и нажмете на колокольчик. А я напоминаю, то, что на миллион ананасиков, так и называют своих подписчиков, я разыграю 3 iPhone X. Если хочешь iPhone, подписывайся и нажимай на колокольчик. А с вами была я, Лиза, всех люблю. Пока!